Здравствуйте, друзья! С вами Антон Дьяченко. И в этом видео мы с вами будем смотреть пароль, который под звездочками. Итак, начнем, наверное, с браузера. Как просмотреть, значит, пароль в браузере, который под звездочками. Итак, заходим на сайт. Так, RootTracker, допустим, .org. Там, где у вас автоматическое заполнение логина и пароля. Я буду показывать на примере браузера Google Chrome. Так, теперь наводите курсор мышки на поле «Пароль», нажимаете правую кнопку мышки и выбираете «Просмотр кода элемента». Так, в нижней части окошка открывается, собственно, инструменты для разработчиков, и у нас выделяется строчка, которая отвечает за, собственно, вот этот код. Здесь нас интересует атрибут type, то есть тип этого поля. Если он установлен или имеет значение пароль, то есть паспорт, то, соответственно, там будут точечки или звездочки. Нам же надо поставить вместо паспорт атрибут текст, значение текст. Ставим вот так вот, нажимаем Enter, и как вы видите, у нас пароль отображается. И это хорошо. Так, в другом браузере, в принципе, то же самое, в Firefox, в Opera. Сейчас на примере браузера Opera покажу. Вот у нас есть какой-то пароль. Правой кнопкой мышки выбираем и выбираем проинспектировать элемент. Так, ждем. Opera немножко тормозит. И меняем вот этот паспорт на простой текст. Ну и вот он будет. То, что мы ввели. То есть, в принципе, тоже удобно. Вот в браузере Firefox то же самое. Так, у нас еще и глюч Opera. Понятно. Так, что теперь? Теперь необходимо посмотреть, как посмотреть пароль под звездочками в программах. Будем использовать на примере Free Commander. Создадим FTP-соединение. Зайдем туда, здесь напишем 1, 2, 3, 4, 5. Вот, нам нужно посмотреть этот пароль. Как это сделать? Это можно сделать сейчас, вот, с помощью, ну, программ много. Покажу на примере вот этих двух. Вот эту описал в статье. Так, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. Нам нужно это просмотреть. Запускаете эту программку, нажимаете «Запустить» и просто курсор наводите сюда. И вот здесь высвечивается этот пароль. А, он еще и здесь высвечивается. То есть вот таким вот нехитрым способом. То есть вообще программа простейшая, никаких настроек. Вот, то есть необходимо просто навести курсор на поле. И если программа сможет, она вытянет пароль. Не сможет, извините. Так, и так, 1, 2, 3, 4, 5. И вторая программка, которую описывал в статье. Так, запускаем вот это дело. Программа более навороченная. Вот. Ну, функционал у нее тот же. Есть в настройках. Можно... Так, язык. Да, можно выбрать русский язык. Вот. И теперь тоже наводите несколько раз по этому полю. Проводите, и высвечивается, собственно, пароль. И здесь будет пароль. И здесь пароль тоже будет. Вот. Так, ну вот, в принципе, все. Вот таким вот нехитрым образом можно просмотреть пароли в ваших браузерах и в некоторых программах. Спасибо за внимание. С вами был Антон Дьяченко. До встречи в следующих видео.